Чаошан Деля Бетхрюч. Тут два паразита, они иногда шумят, смеются, хохочут. Пидорас! Конченый членосос! Вот. А теперь мы возвращаемся к нашему гостю. Здравствуйте, меня зовут Сергей, группа Холокодр, город Москва, Россия. В каком-то из последних интервью вы сказали, что вдохновением для Холокодера послужила немецкая группа Функервахт. Да, все верно. Что вы скажете по поводу того, что у Функервахт, как бы все альбомы, что за 97-й, что за 2017-й, они все по сути одинаковые. То есть развития в музыке как бы нету там. Я сейчас объясню. На самом деле, где-то в начале 2000-х годов одна девушка по переписке мне прислала видеокассету. Там был лайвовый концерт Функервахт. Я увидел, что я увидел? Мужика в тельняшке, который там что-то кричал под танцевальные ритмы. И мне показалось, что это очень круто, ну, когда вот так делают музыку. Тогда примерно что-то такое я и хотел, ну, играть, и поэтому меня это вдохновило, это видео. Я не был фанатом прям Функервахт, ну, в таком, в прямом смысле этого слова, но это концертное видео меня вдохновило именно то, что я сейчас делаю. Где-то в твиттере вашем было написано, что вам понравилось видео интервью у группы Пурген из серии «Панки 90-х». И там Пурген давал интервью. Я сейчас объясню. Мой друг Александр Аронов, он же Torch Project, он непосредственно общается с организатором вот именно этих вот видеороликов на Ютубе. Именно, ну вот, которые снимают панки 90-х. Но я сам, собственно говоря, вырос из панк-музыки, я не буду этого скрывать, потому что, ну, как, ну, все мы, ну, не знаю, как вы, но многие, ну, я был панком. Но я любил Exploited, в отличие от Пургена. Не то, что я был там таким панком, я был пункером. Мы придумали такое название, чтобы отделяться от всех панков, пункеры. То есть мы жили, ну, в деревне, грубо говоря, в колхозе, и мы играли так, как мы могли играть. Хватает ли вам на жизнь вот ваша музыка? То есть получается там зарабатывать с концертов, с продажи релизов? То есть достаточно? Ни в коем случае. Это хобби и все. То есть всегда это было хобби, да? Конечно, да. У меня есть основная, ну, работа, и я как бы, ну, живу за счет только работы. А если не секрет, какая работа? Да, да. Какая деятельность? Я адвокат по уголовным делам. О, в частности, ну, специализируюсь по наркотикам. Серьезно. Ну, да. Блин, круто. Нет, такого в обычных интервью просто не услышишь. Ну так ведь, тоже не совсем обычно. Что вы думаете про неофолк? Я очень люблю неофолк. Ну, как бы, мне близки некоторые коллективы. Не все, но в частности Мунфорвей. Есть еще коллективы, которые мне близки. Я так, ну, я не могу так прям назвать, но они есть. Ну, то есть положительное, да, отношение? Ну, очень положительное, да. Как добрались через границу сюда, в Украину? Я очень боялся, на самом деле, были у меня определенные сомнения, потому что мне рассказали, что не пускают русских. Но все как-то вышло, все очень здорово. Лишних вопросов не было, да? Лишних вообще не было.
Назовите одну или может там пару групп из украинского индастриала, из украинского андеграунда, которые, на ваш взгляд, ну, которые вы знаете, если вообще знаете. Ну, Dirty Bird, вот Виш, это мой друг, это мой любимый человек вообще, ну, просто мой брат и все. Я как бы, там, Коку, что там, может быть, думает обо мне, но он мой брат. А еще есть какие-то? Делаю много всякого. Ну, вот этого мужчину я знаю. Он пересекал где-то со мной. Меня? Да. Да, ты что, не может быть. Ну, мы с тобой не жили вместе. Ой, секундочку, вот на вот этом вот фестивале, да? Вот этом, да? Energy of Energy, блядь. Что-то говнище. А куда мы улетаем? The Nature of the UA. Последний вопрос. Впечатления об Украине за последний самые момент? Самые положительные. Ну вот я приехал, у меня были, конечно, опасения, что меня тут сразу же с поезда примут СБ, там, АТО, что будут меня бить, вешать меня. Ну, вот, я раздену же... до трусиков, повешат на крест и мне сидят. Мне очень здорово, я рад, что я в кругу друзей, и вот, ну, у меня впечатления просто самые лучшие. Лучшие концерты, лучшие люди, которые вообще вокруг меня. Это серьезно, правда. Окей. Спасибо за ответы. Спасибо за интервью. И фоточку. Когда будем играть на бас-гитаре? Hello! Ой-ой-ой-ой, ты шо, палево? Объясните, пожалуйста, причину, по которой вы пропустили большую часть мероприятия. Как всегда, работа. В таком формате или нет? И, увы, нет. Я только начал в таком формате работать. Будет скоро серия концертов с моими сессионными командами, поэтому заходите на The Nightshout at UAA, заходите на Hyperhate, следите за анонсами. Ну и за генератор. Да, ну и за генератор. Вот, Андрей Котов, спасибо за то, что пригласил в состав. Будет масса концертов. Ближайший у нас в Николаеве. Будем отрываться. Да, ближайший в Николаеве. Приезжайте в Николаев. Отрывайтесь. Будет жарко. Будет классно. Gods and Dead. Gods and Dead. Случае. Врывайтесь, ребята. Вот да, походу. Чтобы была искренняя индустриальная консистенция сегодня нашего сегодняшнего. Die, motherfucker, die. Oh. Piece of shit, fucking long life. We'll be back. Should die, smell to death.